31 июля в травмпункте и в кабинете 111А поликлиники номер 1 Одинцовской областной больницы будут открыты дополнительные прививочные кабинеты для получения второго компонента вакцины против коронавирусной инфекции. При себе помимо паспорта, полиса и СНИЛС нужно иметь сертификат вакцинации или справку о наличии первой вакцины. Посетителям необходимо строго соблюдать масочный режим.